В июне республика отметит свой вековой юбилей. В Ледовом дворце Чебоксары-арена прошло торжественное мероприятие в честь столетия образования Чувашской автономной области. Масштабное театрализованное представление затронуло основные вехи истории родного края. К столетию образования Чувашской автономной области приурочили грандиозное шоу. В яркой театрализованной постановке вся история становления республики и культурное достояние Чувашии. Старт праздничному марафону дал временно исполняющий обязанности главы региона. За вклад в развитие республики Олег Николаев вручил юбилейные медали митрополиту Варнаве, народной артистке Вере Кузьминой и почетному гражданину Чебоксар Ивану Долгушину. Ну, как вы видели, ввиду того, что были все муниципалитеты, откликнулись все. Ну, и мне кажется, все даже вдохновились, потому что сама идея собрать вот всех на одной площадке, показать все разнообразие, прежде всего, пока только муниципалитетов нашей республики, идея, она, мне кажется, очень замечательная. И то, что вот мы здесь услышали, с одной стороны, краткую историю каждого муниципалитета, объединили в одну линию знаменитых людей, которые представляют эти муниципалитеты, конечно же, мне кажется, получилась очень интересная общая картина, пусть краткая, но достаточно содержательная. Впереди нас ждут не менее, скажем, важные дела, не менее важные задачи и, конечно, не менее значимые успехи. И все это мы можем сделать только вместе, Перле.